Сьогодні рахунок 2-2. Чому так, що сталося, що не змогло зробити? Та не знаю, то как бы нам завтра тренера на теории расскажут, что мы сделали не так, какие были позитивные моменты, но хотелось бы выиграть, конечно, этот матч. Вот. И не особо довольны результатом. Вот. Но есть еще 2 матча, чтобы реабилитировать. Результат, в принципе, на сборах це ж не головне. Головне награвання навичок, правильно, тактичних дій. Да, конечно. У нас главное наиграть наши тактические моменты в обороне и в атаке. Олександр, у якій фізичній формі зараз знаходиться команда? На скільки відсотків вже готова до другої частини сезону? Та в процентах не знаю. Думаю, що 70-80% готовы уже, потому что все идет поэтапно. И вот тренер нам говорит, что это специально как распланированный график, что вот сегодня игра, потом через день игра, потом еще игра будет, то есть, чтобы получили все нагрузку сегодня по тайму сыграли, то есть, чтобы у всех была равномерная игра. Поэтому постепенно подходим. И я уверен, что вот к концу сборов и потом к началу чемпионата будем уже в 100% готовности. У нас 2 матча и есть 2 полноценных состава. Вот, я думаю, что один матч один сыграет, другой, и все получат равноценную нагрузку. Ну, на сборах, конечно, результат хочется, то есть, тем более для нашего клуба всегда стоит первоочередный результат, но у нас есть свои задания, которые мы отрабатываем, наигрываем, то есть перестроение, там, взаимодействие. В данный момент это самое главное, чтобы мы до автоматизма довели все, и чтобы уже в чемпионате мы уже полностью играли на автомате, друг друга понимали. Поэтому, а результат, я уверен, придет. Нужно забыть этот матч, тем более на сборах, и двигаться дальше, готовиться к чемпионату, потому что нас ждут очень важные матчи. Сьогодні в вікенді Волошин отримав свій черговий шанс. Він як молодий гравець, ти як вже найдосвідченіший, один з найдосвідченіших гравців. Трохи він нервував, правда? Та це у всіх є, це нормально. Тобто тут хто не переживає, то либо это хорошая психология, либо тебе все равно. То есть, и когда ты переживаешь, конечно, ты хочешь показать свои лучшие качества и показать себя с лучшей стороны. То есть, но когда у тебя есть уже шанс там 17-18 лет, хотя бы даже побыть в этой атмосфере, в первой команде, как это мистер дает, то это большой плюс. И ребята видят и знают, к чему стремиться. То есть, это большой плюс для них. И вот ребята приходят, видно, что с желанием очень тренируются, отдаются. То з большими молодці, щоб не останавливалися. Ще не так давно ти займався індивідуально, відновлювався. Як ти себе почуваєш зараз? Чи готовий вже на 100%? Ну, слава Богу, на полі все було хорошо. Нога чувствувалася отлично. От, а в плані фізичному, я думаю, що чуть-чуть нужно прибавити. Но я думаю, за ті дні, які залишились на зборах, я ще прибавлю.